И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик у нас новый игровой, посвященный замечательной, интереснейшей пушке Страйкер. Именно ее у нас обновили в последнее время в недавнем замечательном обновлении. Поэтому сегодня полноценно мы потестируем викинга Страйкера. Посмотрим, на что он способен в матчмейкинге. Что касаемо дронов, используем сегодня бустер. Корпус викинг. Единственное, что мне стоит поменять, это устройство на корпус. Ну, давайте возьмем, например, иммунитет от оглушения. Сыграем сегодня два полноценных боя. Один, я думаю, что в режиме контроля точек. Второй в регби. Посмотрим, что у меня вообще получится реализовать на данном интересном сочетании. Ну, а для вас обыкновенный, дефолтный для меня, от меня челлендж. Прожимайте, друзья, обязательно лайки, как только 150-очка у нас наберется, полноценно аппетитный, сочный игровой видеоролик следующий у нас уже выйдет на канале. Пикает меня на Red Alert 6 на 6, очень неплохая карта, я считаю, что ее можно попытаться довольно-таки неплохо реализовать, посмотрим, получится или нет, ну и заодно посмотрим, насколько лучше вообще стал Страйкер. Для тех ребят, которые не знают, что изменили у нас у данной пушки, я вам могу сказать, что поменялось. Поменялась у нас непосредственно скорость снаряда, теперь она летит значительно быстрее, соответственно, за счет этого вы можете наносить большее количество урона по противнику, ну а если вы можете наносить большее количество урона, то вы как бы и фармите больше, и возможно какие-то дополнительные моментики в плюсовом формате для вас открываются на данном интересном вооружении. Поэтому посмотрим, получится у меня что-то здесь реализовать с этим замечательным сочетанием. Пока ничего особо у меня не получается. Но я думаю, что стоит просто чуть больше понаходить противника, покидать урончика. И, ну, надо, конечно, попадать. Если я буду вот так вот мазать постоянно, понятное дело, что у меня вряд ли что-то получится. Сплэш урон у данного вооружения очень неплохой. Поэтому контролируем точки, накидываем урон и полноценно реализовываем. Ну, по крайней мере, пытаемся реализовать данное замечательное вооружение. Отлично спадает купол в тайминг практически, но я не наношу должного количества урона. Поэтому продолжаем дальше, пока летим в катки и не особо что-то у нас здесь получается. Но надо стараться, больше кидать урона. Не особо, наверное, чуть привычно мне играть на этом вооружении, но я думаю, что со временем сейчас в бою все у нас получится. Хорошая накидочка полетела. Было бы плохо, если бы я бы... О, хорошо, еще одного забрал. 6 киллов. Нормально. Надо пытаться выигрывать эту катку. Пока что нас нагибают. Я бы даже сказал, наверное, без шансово. Но я думаю, что эту ситуацию можно исправить. Вот такие ваншоты даже по резисту, по легким корпусам прилетают. Это, безусловно, плюс, что вы можете со Страйкера ваншотнуть танк. И плюс, как бы, у вас в том, что у этого Страйкера уже и сама, как бы, перезарядочка-то побыстрее будет, нежели у того Страйкера, который у нас был буквально пару дней назад. 200 очков у меня уже есть за почти половину боя. Это, конечно, не сказать, что хороший результат. Но нужно пытаться больше кидать урон сплэшовый по нескольким танкам сразу. Вот, например, такой. И тогда уже, я думаю, что можно иметь и по 20, и может даже по 25 киллов за один бой. Ну а самое главное, это нам нужно выиграть эту катку. Ведь с проигрышем, ну, ничего не может быть хорошего. Поэтому стараемся, еще полбоя целого есть. Наши ребята начинают уже потихонечку получше двигаться, больше киллов давать. Может быть, кто-то вышел. Зашли новые ребята. Ну и пока вроде по точкам, по контролю неплохо. Единственная, наверное, проблема в том... Ой, сам себя убил. Единственная проблема в том, что начинают появляться резисты от меня. Уже есть резист от Страйкера 50-очка. Там был еще молодой человек с 25% резистом. Ну, 25, конечно, это фигня полная. Ну вот, резист в виде
50 это уже, я бы не сказал, что приятно. Но у нас есть викинг, который можно спокойно реализовать на своих овердрайвах. Единственное, мне надо позицию нормальную, чтобы накидать. Ой, ё-мо. Лучше бы я не прожимал этот овердрайв. Так сам уничтожился. Не совсем комфортно, не совсем приятно. Так, но по точкам пока ведем. По точкам пока ведем. Это не может меня не радовать. Все-таки в таких боях главное это победочка. Одна точка пока что под контролем наших. Я думаю, что стоит ее немножко подконтролировать. Остаться здесь. Тиммейты забирают другие. И пока эта точка под контролем, все должно быть относительно неплохо. Попробуем свестись. Я очень давно не сводился на этом страйке. И лучше бы я этого не делал. Ведь можно было надамажить и так пару киллов дать. У нас забирают все точки. Это очень плохо. Не понял, куда улетела ракета, если честно. Как по мне, она должна была лететь четко в цель, четко в танк. Но она почему-то улетела в другую сторону. Накидываем по титану. У нас молодой человек тоже на страйкере. Только я так понимаю, что у него... А, у него 8-ступенчатый страйкер. Неплохо тоже накидывает. Минуту до конца осталось. У меня овердрайв, наверное, еще будет. Противник не забирает точку. Пытается просто сыграть на дамаг. Можно было хопперу застопить противника. Было бы это очень даже эффективно. Но, к сожалению, он не додумался. Интересно, прострел сюда залетит? Залетал бы, если бы я попал. Залетал бы. Ой-ой-ой-ой, плюс. Плюс замечательный овердрайв. Противничка. Ой, хорошо, что пробитие залетело. За счет этого хоть немножко дэмэджа выдали. Но мы проигрываем 30 секунд. Наши тиммейты забирают точку центральную. У нас две будет под контролем. Если две под контролем, это уже неплохо. Давайте попытаемся. Сейчас вот эту точку не отдать. Нельзя просто ее отдавать. Ну нет же. Все, похоже, мы проиграли. Да, это слив. Это, к сожалению, слив. И, к сожалению, не доиграл я. Видите, единственная проблема викинга в том, что вы моментами проигрываете перестрелки титанам, которые прожимают куполишки. Это, конечно, беда, но не будем расстраиваться, огорчаться по этому поводу. Давайте просто попробуем сыграть хорошо в регби и максимально реализовать это вооружение. 20 киллов я дал, можно было выиграть. 6 на 6, 20 киллов. Неплохой результат, неплохой. Но можно было лучше. Можно было лучше. Пикает нас на плато. У меня подлаг какой-то происходит. Я думаю, это какая-то ошибка. Мне просто подлагнуло что-то. Давайте попробуем. Не знаю, получится, не получится. Должно, по идее, получаться. Там гаусс с отключением против. Возможно, стоит сейчас поменять устройство на корпус. Наверное, мы сейчас это и сделаем. Если он нас будет кошмарить, а он нас будет кошмарить, ведь он на стрейфах играет. Да, сейчас мы поменяем. И я думаю, что будет немножко полегче. Но если, конечно, это гениальный умный игрок, то он может еще и поменять пушку на условный фриз с шоком. И тогда будет еще больнее. Но я надеюсь на то, что он не додумается до этого. И не буду я так сильно и больно страдать. Так, давайте начинаем накидывать урон. Первый неплохой выстрел. Он еще и с бустером играет. У нас 4. Но пока счет ничейный, это не может не радовать. Надо пробовать открывать счетик. Если откроем, будет неплохо. На стрейфах пытается молодой человек выехать. Ну, конечно, мы таких моментов не прощаем. Мы пытаемся переиграть. Ой-ой-ой-ой, там мамонт мин наставил. Хоппер овер прожал. Это очень хорошо, что он его прожал. Ведь если он у него был бы сейчас, было бы намного хуже. В моем случае. Так, он его прожимает. Дает мне возможность сейчас доставить. Наверное. Хорошая тычка залетела по мамонту. Скорее всего, бомбы улетели. Отрабатываем корпусом. Ну, а теперь пробуем. Пробуем ставить. Не знаю, получится, не получится. Надо стараться. Думаю, что должно. Еще мины.
Отлично. Шикарный влет. 1-0. Овердрайв есть. Овердрайв есть. Изида неплохо подстраховала. Надо продолжать. Надо пытаться сейчас ставить второй за счет овердрайва. Думаю, что это можно реализовать. При том, что проблем сейчас никто мне не должен здесь доставлять. Я должен просто подбирать мяч, прожимать овер и делать профессиональную накидку урона. Вот так вот, например. Так вот. Окей. Шотнул. Окей, не получилось. Не получилось. Хоппер ставит. Да, Хоппер ставит. Нормально. 2-0 за 3 минуты. Отличный результат. Отличный плюс этого страйкера в том, что вы наносите максимальный сплэш урон по двум ближайшим танкам. То есть, если, например, у Магнума эту функцию пофиксили, ну, если кто помнит старый Магнум и как он работал, то у него тоже была эта функция. У страйкера эта функция работает на постоянной основе. И за счет этого максимального сплэш урона можно давать очень большое количество уничтожений противника, который стоит рядом друг с другом. То есть, если два, например, танка стоят рядом друг с другом, то у вас есть отличная возможность просто и карточки всех их чпокнуть. Так, Хоппера обезвредили. У меня есть возможность сейчас, наверное, поставить. Если меня не ваншотнет шафт, он мне не должен ваншотать. Доставим? Доставим, хорошо. Хорошо, что я не попал. Ведь если бы я попал, я, скорее всего, бы нанес бы сплэш урон по себе и не смог бы доставить. Так, за счет просто реализации своего корпуса, плюс доставочка у нас организовалась. Страйкер вообще являлся на долгом периоде, да, в моей матчмейкинговой деятельности, в моей матчмейкинговой игре. И являлся той пушкой, на которой я любил играть на постоянной основе. Потом его занерфили. Ну, а вот сейчас он как бы был в среднем балансе, да? Я бы не сказал, что он был там в идеальном балансе. Был в среднем балансе, хорошая такая средняя пушка была. Сейчас ее просто сделали выше даже среднего. И за счет этого моментами можно давать большое количество киллов. Полезно и грамотно его использовать. Ну и понятное дело, что если вы будете грамотно использовать вооружение, вы в дальнейшем будете на нем довольно неплохо, приятно фармить. Ну а сама по себе как бы пушка является, ну, не самой простой. Откровенно говоря, не самой простой. Не каждому комфортно играть с этой пушкой. Еще и на таком устройстве, возможно, там на простом дефолтном, там ничего сложного нету. Но что касаемо игры на всяких вот таких вот уранах, то я бы сказал, что это, ну, порой бывает тяжеловато реализуемо. Поэтому, кому нравится определенно страйкер с ураном сейчас, это просто топчик. Но кому не по душе данное вооружение, то я думаю, что лучше не стоит вообще его приобретать. Да, он крутой, да, он в балансе, но если он вам не нравится, если вы на нем никогда в жизни не играли и вам не нравится вся это дело, вся механика его, да, то не покупайте, не пробуйте играть на нем. Вряд ли у вас появится дополнительное какое-то желание и мотивация играть на этом вооружении в дальнейшем, просто из-за того, что оно там, например, хорошо дамажит, да. Но по геймплею для меня эта пушка очень интересная была на протяжении всего времени. Просто в один определенный момент ее поднерфили. Хотя даже с тем нерфом можно было ее использовать. Просто появлялись другие вооружения, на которых также можно было комфортно играть в матчмейкинге без особого труда. Поэтому у тебя есть больший выбор вооружений. Ну а если у тебя есть больший выбор вооружения, то понятное дело, что ты уже не так часто будешь использовать это вооружение на постоянной основе. Ну а так, страйкер хорош, шикарен. Если б я бы в свое время на нем, наверное, не играл столь длительный период времени, ну, немножко тавтологии, то я думаю, что я бы использовал на постоянной основе, как и в старые добрые времена, эту пушку. Потому что она по самому своему геймплею мне очень сильно по душе. И ее можно реализовывать очень эффективно. И как в командных боях, так и когда вы играете там условно в каких-то там ДМочках, еще что-то где-то на ивентах. При том, что у нас совсем скоро будет ивент, я думаю, что на этой пушке можно будет накидывать очень большое количество урона.
Что касаемо именно данного боя, набиваем 22 килла, 4000 кристаллов, что является очень неплохим показателем. И, как я уже сказал, для всех любителей страйкера я лишь могу вам напомнить, что есть эта пушка. Она все еще так же крута, и еще ее немножечко апнули. Да, нет той самой сводки, которая была у нас раньше, в 4 ракеты, которая уничтожала просто все, что движется. Но, если вы профессиональный страйкеровод, то я думаю, что вы с тем же успехом можете эффективно реализовать данную замечательную пушку. Ну и, в частности, корпус. Я считаю, что Викинг и Хоппер на данный период времени максимально качественно подходят к данной пушке. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, то обязательно поддерживайте его лайком, подписочкой на канал. Пишите свои вооружения, которые вы хотите увидеть в дальнейшем. Я комментарии, конечно же, читаю. Не обещаю, что сразу моментально будут выходить видосы с теми вооружениями, которые вы рекомендуете. Но определенно читаю, обращаю внимание. Если что-то интересное, беру на заметку. И сразу же в ближайшее время этот видос появляется на канале. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.